И в продолжении темы посевной кампании на поля республики этой весной выйдет на 300 сельхозмашин больше, чем в прошлом году, сообщили в региональном Минсельхозе. Хозяйства в прошлом году активно пополняли парк, приобрели более 3000 сельхозмашин почти на 13 миллиардов рублей. Это удалось сделать в том числе благодаря региональной программе по субсидированию до 50% таких расходов. Планируется, что этой весной около 11 тысяч тракторов примут участие в подготовке почвы. Еще более 5 тысяч агрегатов предприятия задействуют на посеве культур. Так, к примеру, в Ермекеевском районе на поля готовы выйти 32 посевных комплекса и 350 сельхозмашин. В 2022 году аграриями района закуплено 100 единиц техники на общую сумму 206 миллионов рублей. За последние 5 лет стоимость приобретенного оборудования составляет 1 миллиард 706 миллионов рублей. На эту пассивную кампанию аграриями района накоплено 1650 тонн минеральных удобрений, закуплено 700 тонн элитных семян. Посевная площадь в Башкортостане в этом году составит 2 миллиона 900 тысяч гектаров. Это на 50 тысяч гектаров больше, чем в 2022. Более 15% пашни засеют элитными семенами отечественного производства. Конечно же, прогнозы дело неблагодарное, тем более, что долгосрочных прогнозов на погоду у нас нет. Поэтому главная цель – это как можно быстрее отсеяться. И в идеале это, конечно же, в течение недели. Поэтому и у нас идет активное обновление и ремонт технического парка в агропромышленном комплексе. Как ранее отмечал глава аграрного ведомства Ильшат Вазарахманов, чтобы провести всю посевную кампанию за 5 дней, а уборочную за 10, нужно и дальше обновлять сельхозтехнику. В республике только парк комбайнов необходимо увеличить в 2,5 раза.